Привет, друзья! Вы на канале Dota Play. Мы продолжаем играть в Zombie Road Trip. Нашу машинку. Что, поехали? Так, давай, заводись быстрее. Как же ты долго заводилась. Едем на таком вот у нас... Челдобрейке, который не очень хорошо сделал кувырочек. Да, ребята, играем мы за машинку. Не простую, а машинку... слона. Слон же это, да? Нет, это мамонт. Ребята, играем за мамонта. Вот такой вот мамонт. Давай. Посмотрим, далеко проедем или нет. Так, есть, отлично. У нас вторая база. До второй базы мы доехали. Опа! Автоматик-то у меня, ребятушки, зомбачки. Хороший автоматик. Опа! Вот это я встал. Вот это мы летим. Вот это скорость. Опа! Отлично. Так, кто там у нас летает? Всех постреляем. У нас много-много патрончиков. Бесконечное количество. Так, скоро будет вторая база, ребята. 500 метров осталось. Опа! Я взорвался! Нет! Фух, третья база. Третья база, ребята. Меня спасла база. Потому что на этой базе... Зомбари, вот это большое количество зомбарей. Она немножко останавливается. О, давай этот, стопсим. Есть! Лотерейный билетик, отлично. Лотерейный билет. О, давай, пожалуйста. Не-не-не-не-не. Вот зомбарики пошли. Зомбарики, ребята. Куча зомбарей. Есть. Так, хорошо, у меня уже получается хорошо прыгать. Делать сальтушки делаем. О, супер ускорение. Так, а ну-ка. Так, не особо долгое ускорение было. Ну да ладно. О, подожди, а в смысле? Куда это вы? Чего ускорились, а, ребятушки? Идите нафиг отсюда от меня. Ё-моё, смотри, бегут за мной. Все, четвертая база. Они отстали от нас. Так. У нас, я помню, максималка, это была пятая база, да, ребята? Я не помню. Пятая база. Ой-ой-ой, давай, есть. Давай, пожалуйста, сальтушечка, пожалуйста, алло! Уничтожили меня. Ё-моё, ну давайте поиграем в спиннер. У нас один билетик есть. 10? О, 50. 50, да, заработали? Ладно. Так, следующая. Следующий спиннер. 500. Я хочу 500, пожалуйста. Ух ты! 500-ка была. Офигеть. Поехали. А что у нас есть? Мы можем даже либо купить машинку какую-то новую, либо что? Ух ты, ребята! Мы можем купить вот эту хрюшку. Давайте купим хрюшку. Все у нас закончилось. Давайте поедем на хрюши. Вот такая вот у нас хрюшка. Прикольно. Все, давай, быстрее ускоряйся, давай. Заводи двигатель. Ты чё так долго движок заводишь? Вот, ладно, хрюшечка моя. Сейчас будем на хрюшечке ехать. Такая вот розовая хрюша. Так, давай сделаем сальтушку. Ой, хорошо. Розовая хрюша. Так, а ну-ка. Сколько у нас было? 1500 монет. Нифига себе, мы заработали, ребятушки. Сколько много. Можно будет потом еще какую-нибудь машинку купить. О, давай. Есть! Вторая база у нас, ребятушки. Такая розовая свинка у нас едет. На таких колесиках. Прикольно. Мне нравится, что разработчики добавили таких животных. Интересно. О, лотерейный билетик. Отлично. О, что-то у нас, смотри, хрюша аж красная вся стала. От зомбарей. Она замазалась. Опа! Сколько... две монетки. Бывает четыре монетки. Что-то я пока не понял. Почему вот такая разница? Может быть... Нет. Я думал, летающие больше нам дают денег. Нет, нифига. Так, ух ты, 6 монет. Да, по 6 монет стали зарабатывать. Хорошо. Чем больше монет мы, ребята, заработаем, тем больше машинок мы откроем. Поэтому я тебя прошу, поставь лайк на видео. И не забудь подписаться, конечно же. Чтобы не пропускать новые ролики. Потому что я стараюсь снимать каждый день по ролику.
А то и по несколько снимаю, ребята. Посмотрите, сколько у меня роликов в день выходит. Опа, сейчас сделаем сальтушечку. Вот это да, машинка такая. Прям мне нравится, смотри, вот этот. Хрюшка вот эта нравится. Она достаточно-таки быстрая. Нифига, я 50 уже этих зомбариков убил. Давай, Хрюша, 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 давай, я в тебя верю. Ой-о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 й. Ребята, уже эти нагоняют. Нагоняют меня прям конкретно причем. О, все. Отлично, мы уехали. Далеко уехали причем. Я не помню, какая там база была уже. Ну, прям на Хрюше. Без улучшения. Мы Хрюшу не улучшали. Прям нормально таки. Быстро едем. О, ускорение. Так, сколько там метров осталось до новой базы? Сейчас я посмотрю. Ё-моё, вы меня останавливаете. А, зомбари, зомбари меня останавливают, ребята. Так, 6500. Вы чё, серьёзно, 6500 метров до следующей базы? Так, давайте крутанем спиннер. У нас два лотерейных билетика есть. Посмотрим, что мне выпадет. 50. 50 выпало, ладно, дальше. Угу. Что здесь выпадет у нас? 250, пожалуйста. Нет, десяточка. Десяточка выпала. А, Карс, можно что-то типа купить новую машинку? Сейчас я посмотрю. А, можно Мустанг купить желтый. Давайте мы его, в принципе, и купим. Фургон есть за 1800, нифига, турки. О, смотри, ребята, сколько много всяких различных машинок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А наделали машинок разработчики, смотри, катапульта, бул, эмбуланс, рихо, носорог. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько машинок, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько много всяких разных, офигеть просто. Бесконечные машинки, смотри, в натуре, смотри, сколько много их машинок. Ёлки-палки, вы серьезно? Так, все, закончились. Офигеть. Ладно, давайте приобретем какую-нибудь машинку новенькую. Вот желтенький Мустанг. Давайте купим 500, 500 рубасов. Все, поехали. Так, что у нас тут предлагают? Что-то купить? Все, поехали, машинка, давай, желтенькая. Так, ты что-то очень, очень медленно она разгоняется. Опа, есть. Зато у нас есть автомат на этой машине. На этой желтенькой машинке. Давай, 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 давай. Опа, есть. Да, что-то смотри, машинка не прокачанная, видимо. На зомбари прям конкретно догоняют. Так, а ну-ка, тихо, 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 нормально все. Нормально все будет. Опа, вторая база. Вторая база, мы оторвались от зомбарей. Есть. Ого, перфект. Отлично, мы сделали кувырок. Ух ты, вообще много кувырков сделать. А, ну мы не стали на колеса. Короче, фишка в чем? Делаешь кувырки, но надо аккуратненько встать на колесики. О, как сейчас, смотри. Мы летим. Опа! Так, ладно. Все, у нас уже красный автомобиль стал. От крови. От крови зомбаков. А почему у зомбаков красная кровь? Она должна быть зеленая, мне кажется. Так, третья. Третья часть, ребята, третий у нас. А, интересно, смотри, базы меняются, эти локации. Ух ты, как мы его щелкнули хорошо. Сейчас попробуем накрутиться. А, встали, да, встали. И лотерейку открыли. Ой-ой-ой-ой. Это хорошо. Хотя у нас что-то по лотереям не особо везет. Но если мы много будем с вами... А, смотри, что-то ее крутит. Ну, ее крутило конкретно, причем крутило. Машинку, поэтому и не справились, ладно. Так, спиннер. О, у нас два лотерейных билета. Сейчас посмотрим, сколько мы выиграем. Ну, не особо много, 25. Еще раз крутанем, сейчас посмотрим. Соточку, соточку. А, 10 всего лишь. О, это мало, это мало. Ну, такой вот у нас автомобильчик, ребятушки. А, ну, я хотел бы сказать, если нравится ролик, поставь, пожалуйста, лайк. Подпишись на канал.
Скоро будет выходить много-много интересных игр. Ну а всем пока-пока, до новых встреч.